расскажем совсем скоро о том, как иркутские студенты сделали и провели конкурс для школьников. В программе «Середина земли» мы расскажем о случаях заражения клещевым боррелиозом в Забайкалье. В эфире выпуск международной информационной программы «Середина земли». Приветствуем всех собравшихся у экранов в Бурятии. О событиях при Ангаре расскажу я, Галина Тюрнева, и мои коллеги-журналисты из Иркутской области. Мы начинаем. Несколько тысяч иркутян встретили агитпоезд «Армия Победы». Это копия агитационных поездов времен Великой Отечественной войны. В его составе 21 вагон и платформа с легендарными танками «Катюшей». Областной центр стал 15-м городом, где эшелон сделал остановку. Состав стартовал в Москве 20 апреля и прибудет во Владивосток ко Дню Победы. Эшелон из героического прошлого «Армии Победы» на перроне встречает сотни иркутян. Ретро-поезд везет самое дорогое – память о подвиге наших фронтовиков. Здесь есть почти все. Легендарные танки Т-34, которые шли на Берлин и защищали Москву. Знаменитые «Катюши» и другие противотанковые артиллерийские орудия. Медицинский вагон, вагон-теплушка и многое другое. Всего 21 тематический вагон. Я надеюсь, что вот те многочисленные дети, которые сегодня здесь, они сегодня спросят родителей, и те расскажут им семейные истории, расскажут о дедах и прадедах, которые воевали. Ведь на самом деле самое главное для нас – это чтобы современная молодежь ощущала себя преемниками героев той Великой Победы. Состав пробыл в Иркутске 2 часа. Далее агитпоезд отправился во Владивосток, где и завершит свой маршрут 8 мая, останавливаясь в 8 городах, чтобы как можно больше жителей страны смогли прикоснуться к героической победе нашего народа. Елена Немаева, Николай Крупченко, «Середина земли», Иркутская область. С восточным колоритом в Иркутске прошел межрегиональный конкурс «Классный корреспондент-2016». Рекордное количество школьных СМИ отправили свои работы для участия. Финал конкурса прошел в стенах Байкальского государственного университета на факультете международной журналистики. Для школьников организаторы создали атмосферу восточных стран и предложили пройти игру в формате квест. Подробности в нашем сюжете. Давайте бороться, и мы справимся. Вот так на корейском языке в традиционном халате ханбоке Анастасия Настникова подбадривает участников межрегионального конкурса для школьных СМИ «Классный корреспондент». В этом году темой выбран Восток. Участники на время должны выполнить 6 разных заданий. Их решают в формате квеста. Эта команда должна за 5 минут написать статью для женского журнала. А эти школьники по фотографиям отгадывают страны Востока. Пока школьники ищут ответы на вопросы, кураторы их проектов набираются опыта на мастер-классах. Желающих столько, что в студенческих аудиториях не хватает места. Наша газета участвует уже здесь не первый раз, и мы приезжаем сюда с множеством статей. Но в основном мы приезжаем сюда, чтобы набираться опыта на мастер-классах, для того, чтобы больше узнавать. На мастер-класс по телевидению здесь проводится. Мы для этого, в общем-то, и приехали. Конкурс для школьных СМИ в стенах Байкальского государственного университета проходит в 9-й раз. В этом году рекордное количество участников. Свои работы прислали 100 юных журналистов из Иркутской области, Бурятии и Якутии. «Классный корреспондент» – это конкурс школьных СМИ. А в основном организации занимаются сами студенты, очень любят это делать. И каждый год придумывают что-нибудь новое. А у нас действительно очень много команд. Ребятишки буквально от 3-го и до выпускного класса есть. Поэтому интерес большой очень к нашему конкурсу. И ребята, а потом некоторые приходят и становятся нашими студентами. Итоги конкурса подвели сегодня же. Все участники получили памятные призы. После торжественной части студенты факультета международной журналистики угощали фирменными пирогами классных корреспондентов. Анастасия Цыганкова, Евгений Шарыпов, «Середина земли», Иркутская область. Это были одни из самых заметных событий при Ангаре. Программа «Середина земли» продолжается. На связи с нами коллеги из Читы. Здравствуйте. Ждем информацию, интересные факты о Забайкальском крае. О чем вы готовы рассказать сегодня? Здравствуйте, коллега. О самых интересных новостях нашего региона расскажу я, Яна Ершова и мои коллеги. Даурский заповедник и Минприроды России разработают стратегию по сохранению популяции манула в Южной Сибири. Соответствующее соглашение было подписано накануне. Отметим, что манул занесен в международную и российскую красные книги. А в России вид наиболее распространен в Забайкальском крае. А рост популяции манула и расширение территории его распространения, как считают в Минприроды, будут свидетельствовать о положительных изменениях экологической обстановки в Забайкалье и Южной Сибири. Теперь перейдем к другим интересным новостям нашего региона.
Тревожная статистика от медиков. В Забайкалье зарегистрировано 2 случая заражения клещевым боррелиозом. 7-летний ребенок и мужчина сейчас находятся на лечении в краевой инфекционной больнице. Всего же с конца марта от укуса клещей пострадали почти 140 забайкальцев. Больше 20 случаев присасываний произошло в черте нашего города. Даже находясь в инфекционной больнице, Петр Кузьмич не перестает шутить. Говорит, что клещи, особенно заразные, его от чего-то любят. В 2014-м мужчина серьезно переболел энцефалитом. 2 лежал в больнице. Долго приходил в себя, практически заново учился ходить. И вот спустя 2 очередная напасть. В том же месте у Ингады, вблизи села Урульга Карымского района, Петра Кузьмича снова атаковал клещ. На сей раз переносчик другого опасного заболевания – боррелиоза. Я утром просыпаюсь, чувствую, что-то меня это беспокоит под мышкой. Поднимаю руку, смотрю, там сидит клещ. Я попытался, хотел сначала сам его вытащить. Жена увидела, она знала, что я лежал-то уже. Что такое было? Нет, давай в больницу. Ну и все, пришлось мне в больницу идти, в нашу эту поликлинику. Там мне его, как положено, вытащили. Поставили укол. Ну и этого клеща упаковали, сказали, срочно его отправить в Читу на экспертизу. Когда выяснилось, что клещ зараженный, мужчину направили в Читу. Сейчас ему проводят специальную терапию. В больнице он пробудет еще 10 дней. Пенсионер для себя решил, теперь уж точно будет ежегодно прививаться, использовать репелленты, находясь в лесной зоне, и следить за тем, как одевается, отправляясь на прогулку или на охоту. То, что он сразу обратился в медучреждение, помогло избежать тяжелых последствий. Вот только поступают так далеко не все. О клещевых инфекциях вроде бы все знают, но недооценивают их опасность. Между тем, они могут привести к тому, что человек останется тяжелым инвалидом или даже погибнет. Поэтому в случае укуса клеща нужно незамедлительно обращаться к врачам и ни в коем случае не заниматься самолечением. По статистике, которую нам дают Роспотребнадзор, обращений в этом году по Забайкальскому краю всего 135 человек. В прошлом году на этот период было 170 человек. Детей из них 55. Серопрофилактика оказана иммуноглобулином 65 людям против клещевого энцефалита. Но в связи с такими погодными условиями в этом году обращений, конечно, меньше. Однако расслабляться все же не стоит. Как правило, чем теплее становится на улице, тем больше обратившихся в медучреждения с присасываниями клещей. И сегодня, прямо во время нашей съемки в больницу, с подтвержденным диагнозом боррелиоз из Карымского района привезли еще одного пациента – 7-летнего ребенка. Юлия Тимошенко, Анатолий Тюльнев, «Середина земли», Забайкальский край. Человеку стало служить железо, последний и важнейший из всех видов сырья, игравших революционную роль в истории. Это эпиграф для выставки под лаконичным названием «26», которая недавно открылась в Чите. С ее авторами, забайкальским кузнецом-скульптором Вячеславом Легеньким и художницей Валерией Моргуновой, встретилась наша съемочная группа. Все делается с легкостью. Буквально не проходит и дня от зарождения идеи до ее воплощения в металле. Так о своих работах говорит читинский кузнец-самоучка Вячеслав Легенький. Страсть к работе с металлом проснулась более 10 лет назад. Видимо, судьбой было уготовано жителей улицы Металлистов заняться этим делом. Первым был цветочник для матери. Затем уже стал создавать и какие-то небольшие поделки. Ну, что-то попробовал сделать изначально, какую-то мелочь. Понравилось, посмотрел, эту вещь можно подарить. Можно продать железо на всю жизнь. Мне как-то понравилось, а то, что сделаешь один раз, все на всю жизнь. На жизнь зарабатывает художественной ковкой, сваркой и, как говорит сам автор, гнутье – это уже для души. Обычно кочерга превращается в человеческий профиль. Диковинного вида черепа и металлические рыбы на поверку оказываются собранием дверных замков, петель, винтов, гаек, автомобильных поршней и просто кусков металлолома. Длинная змейка из скрепленных вместе ключей – это инсталляция под названием «Общежитие». Свернутый в форме сердца моток колючей проволоки – «Любовь зла» – специально порой не зачищает швы от электросварки. Необработанный шершавый край листа придает не только чувство рельефа, но и некую свою душу. Просто изначально такой проект был, чтобы это ВСТ поставить где-нибудь в роддоме. И на счастье, чтобы женщины в положении подходили, что-то на счастье щекотали. И как бы пяточка, да, она пошла. Я думаю, всем понравилось.
По словам Вячеслава, для него главное не просто найти какой-то новый смысл в привычных вещах. Более интересно видеть, как его произведения начинают жить своей жизнью. Где появляется благородная патина, а где следы ржавчины. Или как теперь воспринимается фигурная ржавая бочка, когда ее покрывают следы гари. Эту работу он сделал для открытия еще одной выставки. Но различные скульптуры и поделки – это лишь часть экспозиции. Другая ее половина – это картины, созданные из фанеры, картона и металла с помощью самых простых красок, принадлежат самому Вячеславу. Но большая часть работ за авторством молодой забайкальской художницы Валерии Моргуновой. Творческий союз сложился незадолго до совместной выставки, которая носит лаконичное название «26». Это номер железа в периодической системе, поэтому неудивительно, что среди картин – машины и различная бытовая утварь. Это запечатленные на холсте воспоминания о детстве, когда возилась на отцовской даче в родном Жарикене. Это в первую очередь, конечно, детство. Папа у меня механик, и я уже говорила, что я любила ковыряться в гараже вместе с ним. Очень интересно. Далее, конечно, интересует форма этих объектов. То есть они не художественные, но они обладают таким потенциалом формы, орнаментом каким-то и фактура. С помощью самых простых бытовых предметов можно передать совершенно разные эмоции и чувства. За многими столь простыми бытовыми вещами на натюрмортах Валерии Моргуновой скрыты интересные истории. Но в этот раз в качестве эксперимента попыталась создать несколько картин-аппликаций на тему автомобильных двигателей. И хотя советом помог супруг, все же долго не покидало чувство страха и неуверенности. Как к экспозиции отнесутся зрители? Честно сказать, конечно, для Забайкалья оно новое и немножко непонятное. То есть люди приходят неподкованные, можно так сказать, и не готовые к таким работам. Но нужно постоять, посмотреть, подумать. Пока о своих совместных творческих планах молодые забайкальские авторы не могут сказать ничего конкретного. Желают лишь видеть свои работы не в выставочных залах, а на улицах и площадях Читы. Антон Матушевский, Владимир Дементьев, «Середина земли», Забайкальский край. Первый в мире гибридный трамвай на водородном топливе создан в китайском городе Таншань. Новым трамваем легко управлять, а количество мест в салоне может варьировать в соответствии с запросом клиентов. Трамвай малошумный и не загрязняет окружающую среду. На связи с нами Пекин. Коллеги, приветствуем вас. О чем еще вы готовы рассказать? Здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем. В студии Руслана Гасанова. В китайском Таншане в провинции Хэбэй открылась садовая выставка. Ее гостей ждет масса сюрпризов. От редких тропических деревьев до ярких выступлений. С подробностями мои коллеги. Город-сад. В Таншане в 200 километрах от Пекина завезли 100 тысяч растений и цветов. Выставку открыли на территории, где раньше располагалась угольная шахта. Решив бороться с загрязнением воздуха, это место превратили в огромный экопарк. Сейчас на площади в 22 квадратных километра – озера, водно-болотные угодья и зеленые зоны. Это отличный пример экологической реконструкции, и это главная тема выставки. На выставке несколько тематических павильонов. Экспозиция самого крупного посвящена тропикам. 10 тысяч квадратных метров засажены тропическими деревьями и цветами. Их здесь больше тысячи видов. Многие чрезвычайно редкие – баобабы и орхидеи из Сингапура – и даже ядовитое анчарное дерево с острова Ява. Мы пригласили высококвалифицированных дизайнеров из-за рубежа. К Экспо присоединились 10 стран, и каждая внесла свой уникальный стиль. Выставка в Таншане продлится полгода, но и после этого центр города останется райским уголком для отдыха на природе, уверены организаторы. Юлия Жень, CCTV. 700 метров в свободном полете. В китайском Чунцине прошел финал чемпионата мира по бейсджампингу, самому опасному виду парашютного спорта. Из-за небольшой высоты у спортсмена нет шанса на ошибку. Зрелищность и риск привлекают охотников за адреналином. Свою долю острых эмоций получили и наши корреспонденты. 16 экстремалов из 7 стран. Чунцин впервые принял чемпионат мира по бейсджампингу. Участники китайской экзотики только рады. В этом виде спорта прыгнуть с нового объекта первым считается верхом престижа. Стеклянный мост в форме подковы построен на вершине крутого обрыва. До земли 718 метров. Даже асы бейсджампинга, совершившие не один десяток прыжков, от выбора места остались в настоящем восторге. This has been a,
Финал определенно удался. Нам повезло и с погодой, и с выбором площадки. Разговоры о местных пейзажах тут не утихают с самого первого дня. Это по-настоящему уникальное место. Возможно, лучшее из всех, где нам доводилось прыгать. В Чунцин приехал и Джан Шупен, китайский бейджампер, прозванный первым летающим человеком в Азии. В самом чемпионате он решил не участвовать. Помогал коллегам из других стран общаться с организаторами и готовиться к прыжкам. Я подумал, что в этот раз мне лучше не прыгать самому, а помочь с подготовкой другим участникам. Хочу, чтобы об экстремальном спорте и прежде всего бейсджампинге узнало как можно больше людей. И надеюсь, что этот спорт будет развиваться в Китае. В программе нынешнего чемпионата упор сделали на акробатику. Спортсмены попытались удивить жюри и зрителей выполнением трюков до момента раскрытия парашюта. В финал вышли 4 участника, а на пьедестал зашли 3 американца. Первое место у Джесси Холла. Он безупречно выполнил задание и приземлился с идеальной точностью. В финале я выполнил трюк, который называют суши-ролл. Прыжок начинается с переднего сальта. Я раскрыл парашют после нескольких кувырков, постарался сосредоточиться и приземлиться точно в цель. Бейсджампинг по праву считают одним из самых опасных видов спорта. Парашют может не раскрыться, а сам прыгун запутаться в стропах. Малейший порыв ветра способен занести на стену или скалу, зачастую со смертельным исходом. Времени для маневров нет, ведь падение длится не больше 20 секунд. Люси, CCTV. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи!